В Югре в зоне подтопления находятся более 1000 дачных участков и несколько десятков домов, в том числе и жилых. Ситуация в Нижневартовске остается сложной, а в Березовском районе уже наблюдается снижение уровня воды в реке. По данным МЧС, в скором времени будет стабилизация. На северо-западе региона в выходные дни ожидается обилие осадков. Поэтому за обстановкой в Березовском районе продолжают наблюдать. В Саранпауле для предотвращения затопления идет работа по подъему единственной в населенном пункте электростанции. Сохраняется риск ее подтопления. Граждан, которые пострадали от паводка, информируют о том, что они могут обратиться за помощью в пункты временного размещения. По заявке спасателя готовы вывести имущество и домашних животных. Под особым контролем остаются также Лангепас и Мегион. По информации гидрометцентра, в целом стабилизация обстановки на территории нашего округа прогнозируется с 24 июня. Мы видим, что в верховьях реки Обь, все приточные реки, которые находятся на территории нашего округа, они уже идут на спад. Поэтому, исходя из этого, со следующей недели будем прогнозировать стабилизацию обстановки.